Первая инновационная теплица появилась в Петропавловске. Теперь на севере страны будут круглый год выращивать овощи и обеспечивать местных жителей качественной и недорогой продукцией. Со дня на день агрономы соберут первый урожай огурцов. В теплице побывала Зайра Джакупова. Хорошие мои. Растите, к солнышку тянитесь, чтобы хороший урожай был. Здороваемся с ними, как они провели дождь без нас. Ольга Михайлова аккуратно удаляет отросшие усики со стебля. Если этого не сделать, то растение не вырастет. От каждого прикосновения зависит его дальнейшая судьба. В работе здесь применяют метод гидропоники со всеми ростками, как с детьми. Такие же капризные, говорит Ольга. Первый урожай овощеводы ждут с большим волнением, словно рождение младенца. Уже с нетерпением ждем первый урожай. Мы уже надеемся, что скоро-скоро. На работу, как на праздник. Каждое растение, семечко выращивали, смотрели рост растения, как оно росло, как в ясельках, потом сюда перемещали. Стоит отметить, что овощи выращивают в особых условиях. Если что-то пойдет не так, система сразу же об этом сигнализирует. Прежде чем попасть внутрь, сотруднику необходимо удостовериться, что он здоров. Одно из важнейших условий работы в теплице – это стерильность. Поэтому перед тем, как сюда зайти, необходимо надеть спецодежду, обработать руки антисептиком. Если этого не сделать, растения могут подхватить инфекцию и погибнуть. Первую в регионе инновационную теплицу построили по голландской технологии. Автоматизированное оборудование привезли из Нидерландов. Объект обошелся в более чем 7 миллиардов тенге. Товарищество воспользовалось господдержкой и получило льготный заем через социально-предпринимательскую корпорацию. Теперь на севере страны будут круглый год выращивать овощи. То количество овощей, которое мы планируем выращивать, как показал анализ рынка, составит около 25-30% от емкости местного рынка Северного Казахстана, Северного региона. Мы планируем всю свою продукцию реализовывать на местном рынке, через местные точки продаж, через торговые дома, через овощные рынки. Также планируем открыть здесь в теплице свою точку продаж, чтобы дать людям возможность приобрести продукцию без посреднических наценок. С запуском теплицы в регионе появилось 60 рабочих мест, но пока заполнить штат удалось только наполовину. Поэтому предприятие продолжает набирать специалистов. Теплицы в год планируют выращивать до 3000 тонн овощей. Пока здесь только огурцы, но в следующем году появятся томаты. Зайра Джакупова, Сергей Шут, Петропавловск, Первый канал Евразия.